Маркетинговые метрики дезориентируют. Пользователь может открыть статью, мы зачитали просмотр, но при этом он материал не читал. При этом мы ориентируемся на этот материал как на успешный. Пользователь прочитал материал и закрыл статью. Но если он не делал никаких больше переходов по сайту, то это приводит к тому, что появляется такой показатель, как показатель отказа. То есть мы видим, что как бы было 100 тысяч просмотров, но при этом 90% пользователей закрыли страницу. Делаем из этого вывод, что материал был плохой. Ну и, конечно же, не очень понятно, сколько действительно времени проводил человек на материале, что он на нем делал, смотрел видео, листал ли фото. Изменения начали происходить буквально в последние годы, и это то, что я называю переизобретением самолета. Мы меняем критерии, на которых мы основываем свои метрики, то, как люди читают наши материалы.